That is offensive. My mother understood I was special. She made me wear a bonnet as a child, and when I demanded to go to school naked, she was fine with it. After social services moved me, she would still write to me. I still remember when she kissed me goodbye. But Barry, earlier you said you discovered naturism, taking your clothes off, whatever it is in Germany. I know, but I lie a lot. I've got a lot of personal issues. Look at me. Please, Maurice, I need a hug. There's another example of immorality in this city. Public showing of affection. People think we want to see them making out and carrying on. I understand your hormones rate. Ну, я надеюсь, вы хорошо провели время. А то я скажу сама от беспокойства. Что вы обнаружили? То, что в этом городе больше преступников, чем в тюрьме. Нам нужен авторитет с улиц. Так, дайте мне подумать. Понятно. Так, этот английский музыкант мешок с дерьмом, он ходит под именем Кента Поля. Так или иначе, он так далеко всунул нос в дела Вайс-Сити, что если кто-то знает, где находится 20 килограмм коки, то это тот парень, так? Он всегда бывает в Малибу. Я нанесу ему визит. Не надо волноваться. My kids up the American way in a theme park, and that's just the kind of person I am, opinionated and moronic. I see. Well, this panel is certainly interesting. The issue is morality. Recently, rock artists joined together to provide famine aid to Alaska with the song "Do They Know It's the 4th of July?" Critics complain it's immoral to meddle in the affairs of other peoples and cultures. Pastor Richards, what do you make of meddling in other people's business like an over-opinionated so- Откуда вы появились? Я столетиями искал такую птичку, как вы. Я ищу одного английского парня. Кент Поль, дружище. Да, я тут губернатор. Я улаживаю проблемы, понимаете меня? Я позабочусь о вас. Я дам вам все, что захотите. Не беспокойтесь ни о чем, дружище. Исчезни, дорогуша! Вы Кент Поль. Я друг Розенберга. Розенберг. Ах, этот ненормальный! Этот парень мог бы отправить невинного человека на смерть! Дай-ка нам еще выпить! Каждый тут комендант. Послушайте, я теряю 20 ключей и кучу денег. Наркотики — это игра для бандитов. Что вы об этом знаете? Ой-ой, я вот к чему клоню. Есть один хвастун, который занимается кухней в отеле на Океан Драйв. Он в последнее время был очень доволен собой. Вы могли бы проверить его? Сделаю и встречусь с вами. Да, точно. Давай, иди отсюда, бандюга. Я тебе покажу. Дай мне выпить. И где эта потаскушка? Living. Well, it is a bit cold there. People put on clothes when it's cold. We evolved without a warm covering of hair. That's a lie, sir. We come from the great meteor of truth. Clothes are a habit, like shaving and taking out the trash. As soon as you stop, you realize what a prisoner you were to society and the twisted state of morality. People think that nudists are immoral. Well, we're not. I'm married. I love my wife. In our commune, it's so wonderful to wake up in a big bed and go to breakfast. Что ты уставился? Заткнись. Эй, сделай меня, ты засранец. You stupid prick! Prick! О, пройди, парень. Сделайте из него котлету. Тогда он станет разговорчивее. Вам тоже что-то надо? Эй, спокойно, я хочу то же, что и ты, брат. Ах да, а что это? Твои зеленые и белую леди моего мертвого брата. К сожалению, твоя пуля уложила нашего вожака. Произошла неприятность, исчезни. Эй, не надо на мне изображать героя. Я это понимаю и так. Мы одиноки в этом чужом городе. Нам надо присматривать друг за другом. Со мной все в порядке, брат. Ты в этом уверен? Тогда возьми это. Иди за мной. Сюда.
little me. How old are you? В этом городе ты должен понять одну вещь. Тебе тут будет очень жарко. Давай оружейный магазин с пари кварталов отсюда. What does the rest of the world have to tell us about how to do things? Build more trains, have people elect their leader rather than an elite electoral college, ride a bike to work like a Girl Scout, or a clown with dietary concerns. No thanks, Vladimir. I'll agree with that. People from other countries are good for nothing. That's why we have to keep teaching them a lesson. I tell you what makes a real man. A truck to pull stuff and a couch to think on. I'll tell you. Speaking as a sensualist, and by that I mean a very narrow-minded, id-centered man of peace and travel. I recently went to Europe. I think everyone should see it for a week. You really see what's wrong with this country when you visit a European utopia. Things like a journey, public transportation, healthcare, leather shorts, mustaches. When I went to Belize, I helped some villagers clear some land for an environmentally friendly coal mine. We've all got to make some sacrifices if we're going to get anywhere. My dad gave me the money to set up an exciting trust there. But how does that help the people in Vice City from worrying about whether they're gonna get robbed? What drives a man to just take? What we need are more after-school sports like choir or drama so people can learn to express themselves properly by singing or pretending to be a tree. Have you ever heard a whale sing? It's a lonely form of beauty and some very ancient wisdom. Helping people to help themselves with... Я посмотрю, что можно раскопать. Я буду следить за тобой, Томми. That is about all we have time for, actually. The thing is, you see, this is public radio, and every once in a while we need to appeal for money. Or cut away when people start brandishing guns in the studio. Like this. You're on Pressing Issues, and in this show we discussed morality. I think we made a lot of progress and really came together. I'm Maurice Chavez. Bye. Please, don't kill me. I hope you were enjoying Pressing Issues. I certainly was. Yes, it's almost as interesting as listening to you, Jonathan. Wow. Thanks, Michelle. It is. Хай, Лео. Думаю, мы нашли Диасу покупателя. Ты дашь ему кольцо и заключишь сделку, понял? Где ты сейчас? Что с твоим голосом? Ты в порядке? Просто скажи мне, где ты? Кто ты, черт тебе подери? Где Лео? Лео ненадолго вышел, а меня оставил за тебя. Да пошел ты! А, боже ты мой, это вы. О, черт, мне нужны новые штаны. Эй, эти психи севера, они ждали сигнала и скоро тут появятся. Так где эти чертовы деньги? Расслабься, мы еще не на этой стороне. Ох, мне действительно казалось, что вы с этим разобрались. А сейчас они говорят, что мы должны оказать им услугу. Это значит, что услуга с меня. О, конечно, точно так. Разве я похож на того, кто может запугать присяжного? Я не могу запугать и ребенка, и поверьте мне, я пытался. Послушай, либо так, либо кузен Форелли, Джорджия, получает 5 лет за мошенничество. Тебе надо убрать этих ребят. Понятно, помочь присяжным передумать. Не беспокойтесь об этом. Нет! Я пробовал. Суд плохо разбирает дело. Они должны передумать. Ну ладно, придется еще немного дерьма раскидать. Кажется, я понял, кем я был в прошлой жизни. Идиот! Эступидный идиот! Deception. But we're talking about perception. How we perceive the world. These are optimistic times we're living in. A time of go-getters and doers. Our hero is the entrepreneur. The shaker and the maker. Positive thinking, we are told, is everything. Think it, and we can do it. Or can we? Let's press the issue. Now, personally, some days I wake up and I look out the window and I think it's great to be alive. Other days, like payday or my ex-wife's birthday, I want to hide under the pillows and cry. But that's me, a man of contradictions, as my therapist said.
Я не могу в это поверить. Невиновен, ясно? Отлично. On the left, I have Positive Thinker Extraordinaire, a man who dragged himself up from the gutter, Jeremy Robard. Hey, the ghetto, not the gutter. I didn't live in the gutter. I lived in the ghetto. I'm a survivor, not vermin. I'm from the streets. Okay. Hey, I can teach you how to be a survivor too, all of you. I can help everyone. I've got what they call a gift for communications. I can help you all realize that gift. Make something of yourselves. Realize your dreams. I'm like a high school counselor. I'll show you your potential. It's easy. All you have to do is follow my simple program on audio cassette or VHS. Okay, okay, not right now. This isn't a commercial. And if you're not going to underwrite the station, okay, I can let... Будь осторожен. Start doing. Shut up! I'm warning you, this is my show. You shut your mouth. Shut it now and keep it shut. Do not push me, you shiny suited prick. Do not push me. Привет, Томми, это Сони. Как загар? Я не загорал. Ладно, ты так и не отдал мне деньги, и я спрашиваю себя, чем ты занят? Так скажи мне, Томми, чем ты занят? Ищу деньги, Сони, не беспокойся. Я не беспокоюсь, Томми, я такой... Потому что в моей жизни было много проблем с ненадежными людьми. Не становись ненадежным, Томми, пожалуйста. Сделай одолжение нам обоим. С нетерпением жду твоего звонка. Save the cheap sales pit.